Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие друзья! С вами Светлана. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, пишите комментарии. А мы сегодня с вами у меня дома. И будем готовить вот такой салатик. Называется солнечный. Оставайтесь вместе со мной и будем готовить вместе с любовью. Вперед, поехали! Итак, друзья, для приготовления данного салата нам потребуется копченая курица, огурцы маринованные. Я уже все порезала, подготовила, сварила. Вот так яйцо меленько нарезанное. Сыр тертый немного. Лучок меленько нарезанный. Морковка уже с майонезом перемешанная, вареная морковка, тертая на терочке. И зеленый горошек. Ну что, будем наш салат собирать. Вот такая у нас сегодня маленькая форма. Я проложила уже нижний слой. Морковочка вареная, тертая на терочке с майонезом. Далее мы кладем слой огурцов маринованных. Форма маленькая, поэтому будем смотреть, сколько нужно данных огурчиков. Столько и будем класть. Вот так вот. Слой майонеза после этого. Берем кулинарный мешочек, выдавливаем майонез. Далее копченая курица. Смотрим. Укладываем. Слой майонезика из кулинарного мешочка. Прокладываем. Далее зеленый горошек. Также смотрим, сколько его нужно. Форма у нас сегодня небольшая, поэтому смотрим и прокладываем, разравниваем, по поверхности распределяем ровненько. Так, горошек майонезом я не сдабриваю. Я далее лучком посыпаю. Посыпаю миленьким лучком, мелко порезанным, на слой горошка. Далее я также слой яиц. И пока майонезом не смазываю. Я всего понемножку, по чуть-чуть, чтобы сильно жирное не было. Яичек я кладу всего одно яйцо. Тут у меня порезанное. А вот теперь уже используем майонез. Используем майонез.
далее слой морковки уже сдобренной майонезом. Распределяем по поверхности ровненько. Ровненько мы сделаем это. Дальше сырок берем между морковкой. Так, немножечко сыра твердого используем. И далее морковочку остальную выкладываем. Распределяем по поверхности. Вот таким образом. А теперь наш салатик мы ставим до утра в холодильник. Я его украшу и утром сниму, покажу вам. Вперед, поехали! Итак, друзья, наш салатик готов. Салатик солнечный, потому что солнышко в нем присутствует. Вот такой вкусный, красивый, аппетитный он у нас получился. Сегодня День Победы, и я этот салатик буду подавать на праздничный стол. Всем, кто кушает, приятного аппетита! На этой роскошной ноте вкуснейшей я с вами прощаюсь. Пока-пока, дорогие мои! До встречи в следующем ролике. Я вас всех обожаю.